Здравствуйте, good evening, dear friends. I'm happy to welcome you in Gallery Egbert Bakke Contemporary, Berlin, Germany, on the occasion of our talk. It will be English and Russian, and we hope that it will give everybody a lot of information. I will start with a short introduction. So let me start with the lady on the right. Kristina Tarnautskova from the city of Volgograd. Hello. To my right, Olga Osterbeck from St. Petersburg, gallerist. To my left, Anna Macera, art critic. And I myself, my name is Hanne Neufogo. I live in Berlin. I'm the curator of this exhibition, of which we see a part here on my back by a painting by Yevgeny Kozlov, and it's dedicated to China and the USSR, SSSP, and it's from 1987. Okay, so let's start with Olga. I'm going to talk in Russian and then translate into English. Olga, вы в Санкт-Петербурге являетесь одним из самых опытных галеристов. Уже открыли свою галерею на первом месте в 96-м году, правильно? И мне, конечно, интересует, почему вообще вы перешли в эту галерею. Я сейчас пока на английском. Olga Osterbeck is one of the most experienced gallerists from St. Petersburg. She opened her gallery space D137 as early as 1996, becoming one of the first galleries in that city. And so my question, my first question to her is, I wonder how she came into the art, let's say, art business, coming from a different background. Back to Bajas. В начале 90-х, это было время перестройки, я была коллекционером. Покупала произведения современных художников, была со многими знакома. Но в это время в Петербурге не было галерей современного искусства. Мы не будем говорить о художниках андеграунда, которые образовывали какие-то склады. Также не будем говорить о таких салонах при отелях. So at the beginning of the 1990s, she says, I was an art collector and I was interested in the artists from the so-called underground, from the period earlier. But at that time, there weren't really any professional art galleries in St. Petersburg. И у меня возникла идея сделать выставку, пригласить состоятельных людей, которые появились в то время, и показать картины тех художников, которые живут в городе, которые уже достаточно знамениты. Это был первый эксперимент, это была не профессиональная галерея, а скорее такое приватное помещение, где я приглашала людей, и это были первые шаги. So my first idea really was to give other people the opportunity to share the art I collected, and I decided to invite people who had financial background to what I would call a private show. It wasn't yet a professional show, to let them come and see what's on. В это время в Москве уже существовали профессиональные галереи contemporary art, Айдам Галери, XL Галери, она называлась немножко по-другому в то время. И я уже была знакома с этими галеристами, и мне пришла в голову идея открыть профессиональную галерею, что и произошло в 2000 году. Галерея была открыта на Невском проспекте. So at that time, in the 90s, I was already befriended with galleries from Moscow, because at that period there were already some professional galleries like the in Moscow, the Aydan Gallery and the XL Gallery. It has now a different name. So it occurred to me that I should do something similar. And I opened my first professional gallery space in 2000. Я показывала художников Петербурга, и, к моему счастью, я была знакома, я считаю, с лучшей группой, которая в то время работала в Петербурге. Это художники окружения Новой Академии изящных искусств, Тимур Новиков и Георгий Гурьянов, его окружение. И дружба с Тимуром помогла мне, он дал мне некоторые профессиональные советы, потому что я по образованию психолог, и мне достаточно, для меня это был новый опыт работы галеристом. И у нас получилось очень интересное сообщество художников и Петербурга, которые я показывала это в Москве, и этих людей
не принимали очень активно московские галереи, и поэтому на первой ярмарке «Арт Москва» наш стенд произвел очень мощное впечатление, потому что очень отличался от того, что показывали москвичи. So the thing was that at that time I was very close to artists, St. Petersburg artists that I think are among the outstanding artistic personalities. It's the people, artists around Timo Novikov and Georgi Gurionov. So I started with them really, and I was very lucky because Timo Novikov gave me helped me, gave me advices how to do that, how to present it, how to show it. And interestingly, at that time, the Petersburg art scene wasn't so much acclaimed in Moscow. They were a bit reluctant to connect to that scene. So I went to a Moscow art fair and showed all these artists, and it made a big impact. Ну и наша история стала очень активно бурно развиваться, потому что мы в 2002 году получили приглашение от Art Forum Berlin поучаствовать в этой международной ярмарке. Из Петербурга в то время еще ни одна галерея не участвовала в зарубежных арт-фэр. И наш стенд на Art Forum Berlin произвел мощное впечатление. Мы вошли во все печатные издания. И так потихоньку история D137 стала очень мощно развиваться. So at that point, in 2002, at the Moscow Art Fair, my gallery D137 really had an impact not only on the local scene but from visitors from outside. And I was invited to take part in the Berlin Art Forum, because at that time we had the Berlin Art Forum going on. So I was the first gallery really to be invited and to present my artists in Berlin. And from this point out on, it started also to get very busy. I would just like to add that one of the artists from that art forum is among us, Sergei Sergeyev, and I hope that I will have the opportunity to maybe have a short interview with him later. Okay. Okay. Thank you very much for this introduction. Спасибо большое за это введение к теме. Я бы хотела сейчас обратиться к молодой женщине, которая сидит справа от нас, Кристина Тарнавудская. Да. Okay. И услышит о ее опыте в другом городе. Однако она, конечно, очень хорошо знала, что происходит в Санкт-Петербурге, потому что она с вами работала. So, I would like now to hear about a different experience from a different city with Кристина Тарнавудская, who is sitting to the right of the table, and she will tell us something about Volgograd, which is also a rather large city, but not so well known outside. Of course, she knows also what's going on in St. Petersburg, because for a number of years she worked for Olga Osterberg at the D137 gallery. So she has that possibility to compare the two cities. Скажите, пожалуйста, Кристина, я почитала ваш текст, и с большим удовольствием, кстати, там очень много деталей о том, что происходит. Происходило даже в 80-х годах и позже в Волгограде, а вы пишете там, что когда я вернулась в 2013 году, я была приятно удивлена, вы пишете. So my question to her is, and she wrote a little paper for me so that I could get an idea about what has happened, what happened in Volgograd in the 80s and later, what kind of initiative there was. And one of the sentences struck me when she, it was, when I returned to Volgograd in 2013, I was pleasantly surprised. В чем вы были удивлены приятно и чего вы не ожидали именно в 2013 году? Ну, стоит начать с того, что город Волгоград, он прекрасен, но у него тяжелая история и тяжелая судьба. Все знают об этом, потому что это Сталинград. Соответственно, город, можно так сказать, немного прошлого. То есть город практически является собой памятник Второй мировой войне, но никто не понимает или не умеет жить настоящим.
То есть также в городе очень много молодежи проживает, но какое-то время ничего не происходило. То есть вот те истории, о которых вы прочитали, я узнала также, изучая различные источники. То есть вот я об этом не знала сама, живя в этом городе. И, по сути, очень мало из людей, проживающих в Волгограде, помнят о каких-то интересных событиях недавнего прошлого, только вот то, что было давно. So, Christina tells us that the history, of course, of Volgograd, we all know from World War II, is a very difficult but also very rich history, and basically has this heavy historic load or weight. But interestingly, people don't know so much about the recent past, so there is no biography of the city of the last decades. So when she came back to Volgograd, all the little initiatives she wrote me about, and we'll probably hear about them later, they were not present in the memory of people. They had to be recollected and regrouped by people who specialized in it. So, so to speak, it was like a blank space when she, for her. Although many things had happened, but they were not present in the consciousness of people living there. То есть, если сравнивать то время, когда я жила в Волгограде и училась в университете, и сравнить то время, когда я вернулась после Петербурга, были очень радикальные изменения. То есть в 2013 году началась как бы новая история. So when I compare the time when I started in Volgograd, when I did my studies in Volgograd, and then I left to St. Petersburg, and then I came back in 2013, I really noticed remarkable changes. То есть по определенным причинам в Волгоград начали возвращаться люди, которые какое-то время назад уехали, жили в других городах, в других странах. Ну, у всех какие-то свои обстоятельства определенные сложились, и все вернулись. И начали что-то делать. So it occurs that at that time many people who were originally from Volgograd started coming back for a number of reasons, for very personal reasons, but these people had some ideas, they brought ideas and initiative with them, and so they started organizing something. Да, то есть это началась новая история. Меня очень порадовало то, что история началась с крупных фестивалей современного искусства. Например, в 2014 году был фестиваль Art Sloy, тоже крупный, на различных площадках города. И для Волгограда это такое было легкое потрясение, даже для меня. Соответственно, очень впечатляющим было это взаимодействие площадок и людей, художников, были приглашены даже зарубежные кураторы, фотографы, то есть это было очень неожиданно. So one of the events that were completely unexpected, that I didn't expect at all, was organized in 2014 by one of the clubs, the local clubs, so they are very active in this field, they bring together people, they also invite or have guests coming from outside, not only from other cities, but from abroad, and they really managed to make this a very vibrant event. В дальнейшем, начиная с 2015 года, если я не ошибаюсь, также проводятся в Волгограде ежегодные крупные фестивали современного искусства, вот декада Public Art, про которую я тоже писала. Это у нас инициатор Антон Мальковский, такой критик и исследователь современного искусства Волгограда. So, what's the name? Скажите, пожалуйста. Декада Public Art? Нет, фамилия. Вальковский. Вальковский. Вальковский is another person who is very important in networking in that scene, and he started with his own festival. И фестиваль называется?
Декада паблік арта. Декада the decade of public art. І изобретає публічне. And this started by his initiative. То есть у Атона задача возобновить деятельность именно волгоградских художников, кураторов, и они берут какие-то заброшенные пространства и делают выставки там. Последний был на водокачке Сталинградской. Последний был? На водокачке. А, водоканадской. А, понятно. So Anton, this curator, is looking. He looks around for places, for houses that are ruined houses, dilapidated state, where he could enter and do something, put on a show or whatever. So to conquer these empty spaces. And one of the last exhibitions was dedicated to Leningrad movement and the Vatopanar, so he was active in that. Mm-hmm. Ну и в дальнейшем тоже с каждым годом все больше и больше появляется мероприятий, но в этом году тоже должна быть очередная вот эта декада public art. Плюс проходят различные такие коллаборации местных художников, музыкантов, какие-то такие точечные, но знаковые фестивали и мероприятия. So this this event is going on. It will happen this year as well. But there are also different initiatives from different people who bring forward other ideas. So this is my point. I was going to ask for Christina. You created the Frida Beauty Art Atelier Art Space, which is a rather long name. And this is what you created. And my first question, of course, if I know that Frida relates to Frida Kahlo, this is obvious. So why Frida Kahlo? And is it just a name, or is it a concept that has to do with Frida? Так, значит, мой вопрос к Кристине, поскольку она сама создала такой центр Art Space, который называется Frida Beauty and Art Atelier. Какое это имеет отношение с Frida Kahlo и почему именно она выбрала это? Ну, Frida, да, это непосредственное отношение имеет к Frida Kahlo. Это наша муза, скажем так. То есть необыкновенная женщина, очень сильная личность, невероятная, харизматичная и красивая. Я выбрала ее, потому что мне близка ее история. И, скажем так, наверное, для Волгограда она понятный персонаж. То есть через это название, через этот концепт я как-то постаралась достучаться, что ли, до жителей нашего города, каким-то образом привлечь их внимание к известному персонажу, скажем так. I chose her name because she is, of course, a very strong personality, she's a very bright personality, she's a very beautiful woman. But also because, so she's inspiring in this sense, but also because her name is well known, it's a brand name, and you can attract people's attention with such a name. It's obvious and clearly that this name attracts other people from the art world. То есть это пространство, оно многофункциональное. У нас есть часть, скажем так, beauty space, где работают мастера красоты. И это пространство меняется, то есть это может быть фотостудия, это может быть выставочное пространство, такая небольшая библиотека у нас есть, то есть это такое мультифункциональное пространство. So it's a space which houses, so to speak, different types of art. It's on the one hand side, it's really a beauty space for beauty care, but it's also used at times as a workshop for photographers to take for photo shoots,
or for any other kind of activity, so it's multifunctional, it has multiple functions. Before I return to your plans, I would like to present Anna Matveeva to my left. She is a very well-known and was a very established art critic in Russia, but now lives in Berlin, so I would like to get from her, first of all, an opinion about the development of the professional art scene, the professional gallery scene in Russia, as she observes. Значит, я бы хотела сначала спросить у Анны Матвеевой, поскольку она специалист этой области, как она видит развитие арт-пространства профессиональных галерей в России. Начинаю, вот как мы знаем, в Петербурге была одна из первых галерей D137 Ольга Остерберг. Ну и потом. So, how do you see this development? Наш разговор здесь сегодня называется галереи после 1990 года. Но если мы сейчас будем говорить о профессиональной галерейной сцене, которая появилась, которая сейчас существует в Петербурге и которая действительно будет называться профессиональными галереями, то здесь мы перепрыгиваем уже на следующее десятилетие. Потому что действительно галереи, соответствующие формату галерей, как принято во всем мире, появились в начале 2000-х в Санкт-Петербурге. Это D137 Ольги, это галерея Марины Гисич, чуть попозже галерея Анна Нова, это из тех, которые работают сейчас. So, when we talk about the movement to professionalize the art galleries in St. Petersburg, we really have to go to the next decade, not to the 90s, but we have to look at the beginning of the 2000s. That is when Olga Osterbeck opened the D137 on the Nevsky Boulevard. Then we're also talking about other galleries like the Anna Nova Gallery and Gisic Gallery Gisic. So these were galleries that opened in St. Petersburg at that period and became established. Какие главные отличия вы видите между деятельностью, скажем, галереи в Санкт-Петербурге и деятельностью в Москве? So what would you say were what differentiates the Petersburg galleries from the Moscow counterparts? Вот мне хотелось бы вернуться немного назад, именно к 90-м годам, и поговорить о той ситуации, которая подготовила почву для появления той галерейной сцены, которую мы в Петербурге знаем сейчас. Это была очень интересная ситуация, я ее прекрасно помню. I would like to get a little bit back in time to the 1990s, because we have to be in Petersburg, because we have to see the 1990s in Petersburg as the basis for everything that happened later in the 2000s. Современное искусство стало, вышло в публичную среду, вышло из андерграунда, из конформизма после перестройки, то есть в самом конце 80-х годов. И тогда же у него стали появляться какие-то пространства. So after the perestroika period, the art slowly came from the underground to the overground, so to speak. They found spaces, artists found spaces where they were able to show their works on a permanent basis. И такие пространства уже в 90-е годы функционировали достаточно на постоянной основе. Разумеется, здесь нельзя не упомянуть галерею Барей. So among these very important places, spaces that appeared in the 90s, is the Gallery Boré, which is still today one of these. Которая была не просто только художественной галереей, это фактически был центр интеллектуальной и культурной жизни. But the Boré Gallery was much more really than just a gallery, it was a center of the intellectual life, it was a center for meetings. Да, помимо выставок там проходили поэтические чтения, проходили концерты, проходил философский семинар, кинопоказы.
и разнообразные культурные события работал издательство. Он и сейчас работает. There were talks on politics at the Borde Gallery, there were philosophical talks, there were even concerts, so it has a variety of activities. Выставочные пространства существовали, ну, разумеется, когда речь заходит о Петербурге, речь заходит о Пушкинской 10, это целый кластер художественных мастерских и выставочных пространств. One of the most important clusters or hub for activity was of course Pushkinskaya number 10. И что объединяет все эти инициативы? Они существовали в атмосфере очень мощного культурного энтузиазма. И в ситуации, когда, собственно, рынка, во-первых, практически еще не существовало или существовало в крайне хаотическом состоянии, а во-вторых, он был для этих пространств, для их хозяев, для их деятельности не приоритетным направлением работы. So what characterizes this period is that, first of all, it was carried by a wave of enthusiasm of all these people who were really engaged in the work and without thinking so much on the about the monetary aspect. Because there wasn't really a market system at that time, and if it was very chaotic. So people just really wanted to show and to move their ideas. Да, совершенно верно. Если что-то продавалось, если художник встречался на выставке с коллекционером, это было, конечно, очень хорошо, но основной идеей, основной задачей было все же создать социальную среду, создавать события и делать жизнь более интересной, то есть создавать какую-то культурную повестку. So, of course, if an artist, say, after an exhibition managed to get into contact with a collector and even sell their works, that was perfect, but this was not the main idea. The main idea was to create this social, so to speak, network of contacts. Существовали эти пространства, материально они существовали, как правило, из каких-то других источников, когда какие-то другие деньги, они не были самоокупаемыми никогда. Борей существовал за счет своего издательства, дизайн-студии, магазина, то есть они зарабатывали деньги другими способами. Пушкинская 10 получила статус городского учреждения культуры, это региональная общественная организация сейчас и получает какое-то финансирование от города, а главное, что она получила здание в плюс. So all these off spaces, one would probably call them in the West, had funding from other sides. They were making a living on art. For instance, the Borde Gallery were doing, they were working as publishers as well, and they had their editions or their graphic works. We talk about the Pushkinskaya, this is the Pushkin Street number 10. They were recognized as a city institution at one point, which helped them to exist. So this was the basis. Вот такое существование, да, энтузиазм, такое бессеребренничество, оно, конечно, это очень петербургский способ существования, но для галерей это означало, соответственно, то, что галереи замыкались на себе и на собственной деятельности. Они не выезжали на какие-то крупные события, они не участвовали в международных art fairs, у них просто не было на это ни средств, ни даже достаточного профессионализма. But as a result of this rather close, well-connected but still closed art scene, they weren't getting out of the city really, and especially weren't participating in international art fairs, either for lack of professionalism in their field or simply because of lack of money. И ситуация изменилась, как мы уже сказали, с начала 2000-х годов, когда появились предпосылки для более-менее стабильных рыночных отношений, не только арт-клуб, вообще рыночных отношений экономики в России, и появился как круг новых галеристов, которые уже желали работать на профессиональном международном уровне, так и круг людей, ценителей искусства, покупателей искусства, новых коллекционеров,
которые уже тоже могли не просто покупать себе что-то, скорее всего, знакомство с художником повесить на стенку, но отслеживать художественный процесс и рассматривать вложение в искусство уже как не хобби, а серьезную деятельность. So, as you already said, this situation changed in the beginning of the 2000s when the first professional art galleries opened. And a sort of collector's field was forming. That is, people would collectors would buy art paintings not only casually with an artist, but they would really try and follow the biography, the work of an artist over a certain period of time and see what this person is doing exactly. So this, of course, we're talking about people also who had the financial background to do that, and Russia entered a more, St. Petersburg entered a more international field in that point. Да, и вот в этом направлении я надеюсь, что наша сцена продолжает развиваться. And I very much hope that this tendency will have a follow-up and will be developing further. Okay, thank you for a moment, and I will return to Olga Osterberg because we are now exactly at the point of your participation in Berlin. Мне хотелось бы как раз после вот этих интересных высказываний Анны Матвеевой вас спросить, что именно вам дало тогда вот это участие в Берлинском арт-форуме, и какие выводы вы сделали из того, или были ли выводы из этого? Ну, конечно, это было очень мощное явление для меня, потому что, во-первых, я видела все, что происходит вокруг, какие цены на живопись и так далее, и я поняла, что мы немного себя недооценивали. И я тогда сделала очень резкий шаг и повысила цены на своих художников. Георгий Гурьянов, Сергей Сергеев, они были у меня заявлены не так, как это я делала в Петербурге. Это был такой ход, и мои коллеги-галеристы московские сказали, что ты делаешь, это может быть ошибкой, но это сработало. So, yes, of course, when I came to Berlin and to the art forum, this was a very, I received a very strong impulse, and it was extremely important for me. First of all, of course, to see how gallerying work on an international level and what their pricing is. So the first thing I did when I came here, I understood that the prices for my artists were much too low, and I put them up. And the Moscow gallery said to me, Olga, what are you doing? This is not going to work. But it turned out that they were wrong and I was right. И наш стенд, как я уже говорила, был замечен. Меня стали приглашать на другие ярмарки, и мы очень принимали в них участие. И таким образом пошло развитие, и мои художники повышались в цене. То есть это была коммерческая история моей галереи. Но я хочу рассказать еще немножко о другой истории. So then at that point this was really important because my gallery was also invited to participate in other art fairs, and it gave a certain continuity to the sales of these artists, and it was really as a commercial development, it was extremely important for me. But I would like to mention something else. Вот то, что отмечала Анна, отличие петербургских галерей, вот D37 как раз, мне кажется, имеет такое небольшое отличие, как и Боре, и Пушкинская 10, что мы существовали не только как коммерческая contemporary art gallery. У нас не было только задачи показывать искусство и его продавать. Мы занимались издательством каталогов, книг, мы проводили круглые столы, кинопоказы. И вели активную деятельность, печатали материалы круглых столов.
But I would like to add to Anna Matveyeva's that we didn't only focus on selling our art or the art of our artists, we also participated in social events like the Bory Gallery that you mentioned, or the Pushkinskaya, which is we organized discussions, roundtable talks, we published catalogs and so on, so we had all these also. Также мы работали с разными институциями, с институтом Гёте делали выставки, работали с финским консульством, показывали какие-то очень интересные и некоммерческие проекты, но мне казалось, что это будет очень интересно нашей публике. So we also work together with foreign institutions or institutes like the German Goethe Institute or the Finnish Consulate, and there we did project at weren't aimed to be commercially successful, but they were just important to me. So this was another way to pursue such an activity. Таким образом, можно сказать, что вот D37 это какое-то сообщество возникло. Вот сейчас мы называемся арт-клуб D37. Это клуб ценителей, как мы называем его, внеактуального искусства. Это такое более широкое понятие, наверное, для нас. Но, может быть, вы дальше будете меня спрашивать про арт, или могу сейчас рассказать? Нет, я потом. Потом, хорошо. So, Olga's going to tell us a little later about her new activities and how she developed this social, maybe more social point of view of our business into what she's now doing and operating as a club. But before that, I would like to return to Kristina Tanaluska and ask her about what in her mind can we imagine or is it possible that in a city like Volgograd, which has one million inhabitants, so it's not small at all. Can it be imagined that any kind of professional art gallery systems can survive, exist, or put on this measure? Or is there anything similar to that, or is it all based on the enthusiasm of single curators, artists, and so on? Так что мой вопрос к вам сейчас, Кристина, можно ли себе представить, что в таком городе, значимом, как Волгоград, который совсем не маленький, там живет миллион человек, что есть какая-то существование профессиональных арт-галерей, которые именно являются коммерческими. Если они, если их нет, то будет ли они, как вы считаете? Ну, мне очень хочется в это верить, но был опыт галереи в 2012 году. Открылась первая благодаря галерея современного искусства, называлась «Трапеция». Но просуществовала она недолго, к сожалению, 3 года. Были очень интересные выставки, активности тоже, круглые столы, мастер-классы. Но, опять же, вопрос монетизации, он остался открытым. То есть это все частные инициативы, которые, к сожалению, не поддерживаются свыше. И, ну, видимо, когда у людей заканчиваются средства на содержание, да, банально, свет, оплата сотрудникам, заработные платы, к сожалению, вот это, на этом все заканчивается. Я очень хочу верить, что у нас получится двигаться в этом направлении. Я вижу, что потенциал города есть, и мы, конечно, будем стараться и попробуем что-то сделать в этом направлении активное. Хочется в это верить. So, Christina says, I would like to believe in the existence or in the possibility of commercially successful art galleries in my city in Volgograd, but at the moment there isn't any. There was an attempt to keep one which started in 2012, but then again it's all on the initiative of someone, and it went on for some years, so 3 years, and then it just stopped abruptly because it's all a question of financing. When you run out of financing for any reason, someone dies, for instance, to take this case, so it just stops there. So
She also added, I do think that there is a potential for commercial art galleries, but this doesn't exist at the moment, so it's let's say, working on enthusiasm. Надо было как-то, чтобы люди привыкали к тому, что это существует, что можно тратить столько денег, или просто художники, когда они понимают, что они могут быть успешными в финансовом аспекте, просто уезжают в Москву, допустим, или в другие города. So the question is, does that mean that an artist, once they feel that they should become, that they have the potential become commercially successful, that they just move on? Are they just going away, maybe going to Moscow? Да, именно так все происходит. Именно из-за того, что отсутствуют какие-то структуры для молодежи, да, не только в плане современного искусства, но даже вот парки там, где провести время. То есть у молодежи, у них такая установка четкая, что мы уедем, мы сразу уедем, закончим там школу, институт, мы сразу уедем в Волгоград. Ну, я понимаю, это ну, достаточно такая максималистская установка, вот, но она зачастую оправдана. А мы стараемся приучать людей потихонечку к современному искусству, к выставкам, к тому, что надо ходить, смотреть, читать, смотреть фильмы про художников, я не знаю, ну, всячески развиваться. Но, it's also it's also a question of the young culture, because if young people are not used to going to these places to look at art exhibitions, to be part of that, you know, if it's not part of what surrounds them, or whether they would easily find their friends or whatever. So if this is not a concept that they have, because the places aren't there and they're not available and they're not organized for them. So you have this gap, as I understand. There are some individuals who do something, but you're missing the stratum, you're missing the overall basis from which things can grow out. And I would like to return to you, Anna, because you have you have, of course, an experience which goes to many cities. You have been working as a professional journalist for important art magazines like Art Chronica and Art Guide. So I imagine that you have an idea, a general idea of what happens where. So would you say really there are just two cities, or would you say no, it's important to go and have a look at other cities too? Значит, вопрос к Анне Матвееву, поскольку она очень хорошо знает все пространство, я так думаю, поскольку она работала для очень профессиональных арт-журналов, нужно ли обязательно в России посетить только Москву и только Санкт-Петербург, или стоит все-таки, чтобы понимать, что идет, стоит ли побывать в других городах в том числе? Разумеется, в других городах бывать стоит, но дело в том, что в России существует очень серьезная проблема. Это проблема разрыва между, собственно, художественной активностью, культурной активностью и активностью коммерческой, то есть арт-рынком. Коммерческих галерей, профессионального рынка, рыночного поля в России и так немного, и, конечно, он сосредоточен в основном в Москве, немного в Петербурге. И то его, ну, сколько сейчас в Петербурге активно работающих галерей? Раз, два, три. Да. В Москве, наверное, 10. В Берлине порядка 400. Вот. Но при этом во многих городах, и в больших городах, и в Москве, и в Петербурге тоже существует этот кластер, и в других городах он является превалирующим. Это пространство не коммерческое, выставочное пространство, где происходит довольно интересная жизнь. Это местные музеи, это местные выставочные залы, это организация, которую принято не любить, Государственный центр современного искусства, ГЦСИ, которая, тем не менее, первостепенно важна для тех городов и столичных, в которых она работает. Это действительно
серьезный центр культурной жизни именно вуз современного искусства и центр просвещения образования в области современного искусства в Нижнем Новгороде, в Ленинграде, в Екатеринбурге. Okay. So we have to make a distinction when we talk about the art world, about art centers that are developing a lot of activity in various cities, and those cities that really have a commercial aspect of selling art, and they are basically just Moscow and St. Petersburg, and even in those two cities there aren't too many. I didn't quite hear, in Petersburg you would say how many? Three. Three, and 10 in Moscow. Okay, so if you total around that, ten, you have... Around 10 in Moscow. You said 10 in Moscow? No, around 10, I think so. Yeah. I can't count it. Okay, so if we add them, then we have the number of commercially successful galleries in Russian adds up to 13, and this is not too much for such a large country, really. Okay, but you said that art activities are going on in other cities, and you mentioned Novgorod? Nizhny Novgorod, Kaliningrad, Yekaterinburg, Novosibirsk. Yeah, exactly. Я говорила о том, что там существует некоммерческое пространство, там хорошо работают местные музеи. So they have, for instance, they have quite good museums. I remember Vladivostok also. So they have art museums in the city that are fostered, that are financed by the city or the local authorities, which become important clusters. They have art spaces. Что очень важна деятельность государственного центра современного искусства, это сеть центров в разных городах. So the State Center of Contemporary Art has a network of spaces in different cities of Russia. И для многих этих городов это действительно глоток свежего воздуха. And this is really for the cities, the possibility to breathe some fresh air in this Они ведут еще активную просветительскую работу и выставочную работу, причем достаточно очень высоком уровне. So they develop the work with exhibitions, curators work, and then sometimes at a rather high level. Например, там в Екатеринбурге на базе деятельности там ЦСИ выросла Уральская индустриальная биеннале, которая набрала уже, по-моему, все призы, которые существуют в России. From where did this come? Государственный центр современного искусства. From the state center of contemporary art, which is it's an offspring, so to speak. Потому что эти небольшие и не занимающиеся коммерческой деятельностью пространства становятся центром притяжения для тамошней культурной среды, для той среды, которая занимается и производством, и потреблением, и просвещением в области современного искусства. So they really are a hub for a lot of activities which start from these very places, so that people can work together, collaborate with them. А поскольку этих людей там немного, но они, как правило, но они являются единомышленниками, они формируют очень интенсивно работающие команды. And especially they form a very qualified staff for the whole country, I'd probably say. Okay, thank you very much. Olga, we have seen that the situation is quite specific, and we can appreciate now your role in St. Petersburg art scene even more. Is it possible today for your gallery or other galleries to promote your artists outside of the country, and do you collaborate for this, or would you see a prospect for them to get successful international? Видите ли вы возможность показать своих художников на международном рынке сейчас, и каким образом это можно реализоваться, если сотрудничество с какими институтами и галереями? Ну, на самом
самом деле, конечно, можно принимать участие в ярмарках современного искусства, но это становится с каждым годом для русских галерей все сложнее. И, как я вижу, вот 2 года назад на Арт-Базеле не было, естественно, ни одной русской галереи, даже ни одной картины, ни одного русского художника. На Арт-Базеле, да? Да, 2 года назад я была, я не знаю, как в этом году. Наши галереи продолжают участвовать, вот Арт Вена, Арка, московские галереи, честно, например, XL галерея отказалась от участия в Арт Фэа по финансовым соображениям, потому что это достаточно сложно купить свои расходы, такова экономическая ситуация. We know that the participation in international art fairs is getting ever more expensive, so this is a big problem, of course, and 2 years ago I went to see the Art Basel and there was not a single Russian gallery present, not even a work by a Russian artist, because simply they can't make it. We still, I still participate with my gallery in art fairs, for instance in the Art Vienna, but also in the Art Fair of Moscow, but again, this is getting quite costly just to get your expenses compensated. And for instance, the XL Gallery stopped participating at the Art Fair in Moscow. Ну, естественно, очень хорошая идея, мне кажется, обмен с какими-то галереями западными, делать обменные выставки. Это очень хороший шанс для галерей, такое сотрудничество и показывать своих художников где-то за рубежом. So it seems to me that a very good way to show the artists of a gallery outside the country, to show them abroad, is really to have a collaboration with an art gallery, a professional gallery somewhere, so that you can show the works of your artists there and then they can show this. So this kind of exchange at the moment seems to be the most promising way to get the artists shown internationally. Окей, Кристина, мы слышали, что в сфере коммерческого, как сказать, состояния, существования все не очень просто. У вас лично какие планы на будущее, что вы хотели быть со своим опытом, со своим желанием создать для вашего города Волгограда, как вы видите? Какие вы видите возможности в дальнейшем? So my question to Kristina is, after what we have been hearing today, that is, and we are talking really about the commercial aspect of galleries today, and not about the art world as such in Russia, which is a very large and very vibrant thing. Of course, we are talking about this one aspect. So, Kristina, how do you see your possibilities? What would you like to try and expand? How would you, what kind of collaborations do you foresee for the future? На самом деле, мы сейчас активно работаем над созданием и поиском пространства для креативного кластера, скажем так. То есть у нас есть инициативная группа в городе, есть агентство, есть частные художники, есть дизайнеры одежды, аксессуаров. В идеале, конечно, мы бы хотели найти пространство, где все бы могли работать и делать какие-то проекты, включая выставочные проекты, какие-то показы, перформансы и так далее. То есть я бы хотела в этом направлении действовать. I would like to, and this is I'm doing this, I'm pursuing this goal together with other people from the creative, from the cultural scene. We would like to find a space that we could run and operate together, where we could work, but also show our creation at the same time, and so have this working with a number of different artists. So this is our goal for the next years, and. I would say I very much hope that you will succeed. Я надеюсь, конечно, что это у вас получится. Может быть, мы сделаем последний сейчас, как сказать, комментарий, и потом, если есть вопросы из публики, конечно, приглашаем.
Анна вы сейчас живет в Берлине, вы хотя еще недавно приехали, поэтому вас все-таки сейчас очень свежий с Россией. Но удалось ли вам отсюда смотреть туда? И если да, то изменил ли это ваш взгляд или какие вы видите, какой вы видите потенциал? Потому что нам же важно, вот этот в России очень большой потенциал, и часто вот не хватает вот возможность его правильно развивать. Да? So my question to Anna Matveeva, since she's now living in Berlin, she has come here not so long ago, but she has the possibility to look at her home country with some distance. Is she seeing something, has she some ideas how the potential that is, of course there in Russia we all know it, that the country has a big creative potential, so is there anything that should be done or could be done to foster this? What would you see? Ну, если мы говорим здесь о коммерческой галерейной сцене и о проблемах, то, разумеется, проблема в том, что арт-рынок находится, ну, не то, что в зачаточном, а в противозачаточном состоянии. И что он очень мал. Но, извините, рынок нужно расширять. Особенностью восприятия современного искусства именно как части арт-рынка в России, мне кажется, является то, что искусство у нас считается очень дорогим увлечением для очень богатых людей. И это вещи, которые стоят десятки тысяч евро. Это вещи для людей из очень денежных кругов, причем желательно, чтобы это были люди, которые собирают свою коллекцию, не единичные покупатели. Таких, естественно, немного. У нас практически отсутствует, причем как со стороны предложения, так со стороны спроса. У нас отсутствует и рынок, и среда, желающая собирать искусство в среднем классе, в среднем ценовом сегменте. То есть нет того среднего уровня и покупателей, и галерей, которые продают вещи молодых художников, которые выставляют и продвигают, возможно, более менее финансово емкие техники, как графика или фотография. И нет общественного сознания того, что человек, который не зарабатывает бешеные деньги, не летает на частном самолете, может вполне собирать какую-то свою небольшую коллекцию того, к чему у него душа лежит, и при этом не разорится. So, для этого не нужно быть вхожим в какие-то высокие ходы. So, Anna says that one of the main problems that she sees is that the basis of art collectors is not large enough. It is a rather small group of people who is willing to buy art at rather high prices, relatively high in comparison to other goods. So there are some very wealthy people, and not even all of them are collectors, but there isn't the kind of middle-class collector who would buy a small graphic works or maybe photographies. They are basically absent on the side of the collectors and on the side of the galleries also who would foster that interest. It's just something that is not part of the image of where you would spend your money. Yes. So as long as this basis of art collecting isn't getting larger, we will always encounter that problem. And I, yeah. Да, то есть я хотела бы сказать, что, ну, конечно, этот более широкий круг людей, которые хотя бы в голове есть желание и осознание возможности принести домой искусство, пить его и повесить, он не возьмется ниоткуда, и над его созданием нужно работать, это вопрос просвещения. So in order to create this middle level art collectors, you would have to, you need to invest a lot of time, you need to take care of these people so that
the interest will grow gradually, slowly, and so this has to be taken care of. Okay, thank you. Спасибо большое. Ольга, вы как успешный галерист, конечно, прекрасно знаете всю гамму возможностей. Вы уже объяснили, что у вас есть часть активности, которая не коммерческая, которая для вас тоже очень важная, и которая позволяет как раз, может быть, отойти вот от этого постоянного прессинга, что нужно что-то задать, что я бы хотела вас спросить еще о том, что вы делаете в клубе. So I would like to ask Olga, because she told us a little earlier, that about her activities in what is now has now become a club instead of a gallery, and that she told that it allows her also to pursue some activities that are not in the first place commercially designed, so that she can do something that whether the strain of thinking of money about money is not there. So in I would like to ask you a little bit about her club activities. Чем вы занимаетесь сейчас в вашем клубе 137? Так, как я говорила, 137 всегда была не только коммерческой галереей, но у нас еще был широкий круг возможностей, и мы были всегда увлечены музыкантами. И у нас были выставки, и посвященные музыкантам русским, а также в свое время гитарист группы Rolling Stones обратился к нам, и мы делали выставку Ронни Вуда. И это было большое для меня большое счастье, и это был подарок городу. И таким образом, то, что происходит сейчас, отчасти вышло вот из той истории, связанной с музыкой. То есть наш арт-клуб. Это не только художники, это также музыканты, поэты, писатели. So I would like to mention that we have an important activity going on with music. We are friends with musicians, so we present music or musicians. And I was very happy that at one point I was able to show Ronnie Wood's paintings, the member of the Rolling Stones. So I know that Ronnie Wood, the management approached her to get this collaboration. So it's activities coming out from that area, from the music, that also go into poetry or any other field, which is something different from showing paintings in an art gallery. И сейчас я имею пространство в Петербурге, такую приватную галерею, где я могу делать выставки, делаю их, могу делать кинопоказы, приглашаю туда коллекционеров, когда мне нужно. Это как бы отчасти коммерческое продолжение деятельности. И также я делаю всевозможные проекты, которые мне интересны. Они могут быть, так сказать, долгоиграющими. Вот один из наиболее интересных мне – это проект, который назывался «Кресты», выставка для заключенных в тюрьму. So, since I now run my activities in my own space, in a large apartment, I can do film screenings, for instance, I can invite collectors to shows, to exhibitions, I can do that very spontaneously, and I also pursue one activity which is not very important for me, which was a project called Kresty, Crosses, and this was done in collaboration with inmates of prisons. Prisons. It's the name of prison. Crosses. Hmm? Crosses is the name of prison. Crosses is the name, Кресты is the name of the prison of the St. Petersburg, the large St. Petersburg prison. Это была очень интересная для меня история, потому что это был юбилей тюрьмы, 120 лет этому зданию, и начальник тюрьмы обратился ко мне с тем, чтобы я сделала эту выставку. Но я всегда думала, что люди, работающие в этой системе, они очень далеки от искусства. So on the occasion of the 120th anniversary of that building, which is an old historic building,
And someone from the administration of the prison administration came to me and suggested the project to me, and I was a bit shy of it because I always thought that people working in this kind of official administration could not possibly be interested in art. Вот этот человек оказался очень прогрессивным. Мы на сайте сделали предложение любым художникам участвовать в этом проекте, от молодых до известных, и работы были потрясающие. И все это было показано внутри тюрьмы для заключенных, и они писали отзывы, которые совершенно уникальны. So I decided to accept the invitation, and I suggested to artists, young artists, elder artists, whoever was interested, to participate it and to do paintings for an exhibition which was to take place inside the prison, where the prisoners really had an art exhibition that they're in view of them. And the exhibition turned out to be just breathtaking, and we had a book of comments where the inmates would leave their comments, and it was highly interesting. Да, и так как работы были очень интересные, я решила их потом показать публично. Мы это сделали в музее Эрарта, и на выставку пришел консул Голландии. Ему так все это понравилось, и он попросил нас организовать выставку в тюрьме Амстердам. So what happened is that I thought that the works were very good. In the show, they were quite excellent works, and we later showed them at one of the private museums of St. Petersburg, the Erarter Museum, and at the opening, which was also quite successful, the Dutch consul came to me and said, wouldn't I like to make such an exhibition in the Netherlands, in Amsterdam, in Amsterdam. Мы были в этой тюрьме, и там была организована выставка одной из художниц Санкт-Петербурга. Ну вот это, собственно говоря, я не буду долго об этом рассказывать. Я надеюсь, что я напечатаю отзывы этих заключенных. То есть вот такая деятельность. Это мне интересно. И еще в голове ряд проектов дальнейших. То есть вот часть коммерческая, часть такая. So this was really a project that was interesting and dear to me, and I now remember that you said you are a psychologist by profession, so I imagine it's in your way. And she says, I would like to pursue this double career, so to speak, with commercial projects on the one side, and on the other hand, do this. Those that are very important from the human point of view. Окей, thank you very much. Спасибо большое. Есть ли вопросы среди гостей? Это было очень интересно, например, ты рассказали, что Волгоград не умеет жить современной жизнью, да? Вот это вот, собственно, понятие такое, да, что нет современной жизни. Ужасность. Нет. То есть она есть, но она просто... Ну, да. Нет средств, что ли, на эту жизнь в городе? Денег нет. Нет денег. Да, нет средств, да? Нет времени, нет этого свободного, который всегда только тогда, когда деньги есть, да? Да, но есть энтузиасты, есть вот единичные случаи, когда люди просто бесплатно, на собственном энтузиазме делают какие-то вещи, делают выставки. Конечно, это пшик никуда, да, для миллионника, но все равно, как бы, я думаю, что есть смысл в этом потихонечку, полигонечку, ну, это, конечно, сложно. So the question was that it's, of course, interesting to see that people are really doing things on their own enthusiasm. And Christina is, agrees with that, but of course she says that it would be nice to see that at one point it also gets, I understand, to a broader basis and maybe more professionalized. Okay. Ну, конечно, не нужно забывать еще о интересе Запада к русскому искусству. Это важный элемент в культуре современной страны. Дело все в том, что интерес по существу минимальный в связи с ситуацией, которая сложилась в стране по определенным причинам. Как только, возможно, возникнет изменение ситуации, будь это, все знают,
что это может быть, а может не быть, то сразу же возникнет, как мы видели по истории русского искусства, взлет интереса к русским художникам. Или композиторам, или писателям, или иным порядком культурных слоев страны. So, remark by Evgeny Kozlov to say that, of course, the West has always been interested on principle in what's going on in Russia and in Russian art, poetry and so on, but at this moment, because of the political situation, it's much more difficult to relate to Russia in this open way, and because Russian is getting more closed. So that, but the situation could change immediately at the point of if things change in Russia, politically gets more open. So we could then expect that the West will just receive and Russian art strongly. Maybe if we remember the beginning of the 90s. Поэтому вопрос, а так ли это? Although Evgeny Kozlov also says, am I right to assume that maybe I would pass on the question to Анна Матвеева, правильно ли, думает Евгений Козлов, что если меняется ситуация с политической посылкой, то на Западе возникает усиливается интерес. Любые политические перемены, любые яркие политические события в стране, конечно, вызывают международный интерес к ней, в том числе к ее культуре. Я думаю, что такого всплеска внимания к России, как был в перестройку в конце 80-х, начале 90-х, да, все-таки не стоит, потому что это была несколько другая ситуация. Открылась страна, которая была совершенно закрыта, на которой информации не было. Сейчас все-таки у нас гораздо более мягкая ситуация, и информация о том, что происходит в России, в том числе о том, что происходит в культуре русского искусства, вполне достаточно. Другое дело, что на Россию нет вот той моды, какая она была в перестройке, в конце 80-х, в начале 90-х, когда все русское было безумно интересно всем и во всех аспектах. Okay, so Anna Matvieva answer is that she wouldn't expect, of course, the reception of Russia and Russian art depends to some degree on the political system that there is, but even if there are changes, she wouldn't expect that the interest will grow as large as it had been at the period of the perestroika and post-perestroika times when everything coming from Russia was incredibly interesting to the West and it just absorbed everything. So, but this was a completely different moment because the country had been closed, hermetically closed for so long that of course the interest was extremely high. So talking about that should not, we wouldn't expect such a flow of interest. Конечно, печально то, что именно каких-то международных усилий и прежде всего поддерживаемых государственной культурной политикой в России на популяризацию современной именно российской культуры в международном пространстве мы практически не видим. Россия, по-моему, единственное крупное развитое государство, у которого нет своего международного культурного института, как Гёте-институт в Германии, как Альянс Франсез французский, как институт Сервантеса испанский, как Британский совет. И мы практически не видим усилий именно по экспорту, по продвижению русской культуры и современной русской культуры в виде, например, крупных выставок, в виде организации каких-то крупных фестивалей. Этого действительно нету. Поэтому художнику приходится заниматься самопромоушеном с помощью галеристов. И это в большей степени индивидуальная работа.
И довольно часто, если это хорошо получается, многие считают, что проще это делать вот, уже находясь на Западе, переезжаясь. One big problem is that there is practically no state support from the Russian side. There is nothing comparable to the Goethe Institute of Germany, the British Council in Great Britain, Alliance Française, etc. So what that means that there are no large exhibitions that would be financed by the state and exported to other countries. So practically each artist has to see for himself, for herself, how to contact the galleries, how to get around, and it's really left to their own individual initiative to see what comes out of that. Can I add something to what Anna just said? No. I work in a commercial art world in London. I work professional art, and my experience with the state support is that, you know, as soon as when people think that you have some kind of support from Russia, from the Ministry of Culture or from Rostov, Chester, other organizations, they usually don't want to work with you because they expect some kind of pressure, some kind of limitations on what the artists can do, what they can show, what kind of exhibitions they can put together. So this is a very difficult situation, really. So on the one hand, it would be really beneficial if the country would support art initiatives. On the other hand, artists themselves are very suspicious of this influence. То есть я говорю о том, что мой опыт в том, что сами художники очень боятся влияния и какого-то финансирования со стороны государства. Только они боятся того, что если государство как-то материально принимает в этом участие, они просто будут устанавливать какие-то ограничения относительно того, что можно показывать, что нельзя показывать, какое искусство можно делать, какое нельзя. То есть это будет такая жесткая цензура в том, что можно выставлять и какие проекты можно показывать. То есть получается очень сложная двойственная ситуация. С одной стороны, прекрасно, когда государство поддерживает это искусство, с другой стороны, очень многие боятся связываться сейчас с государством, получать эту поддержку. Потому что неизвестно, что дальше, и каким образом это ударит. Совершенно согласна, и в этом моем отделении никогда не участвовала в финансировании государства, не работала с государством, с комитетом культуры, всегда была независимой, поэтому могла делать то, что мне нравится. And basically Olga Osterberg confirms this information which Katja Bilaeva gave us that it's not also artists do not always desire to work with the state because they don't know what to expect. Olga says that she has always remained independent and that gave her the possibility to decide to do what she wanted to do. Can I have a question to you, yes. Olga? The question is, how do you see the future of Russian art market? Especially, I will translate into my book, especially with contemporary art. Because what I see in London, for instance, with all the Russian art works, sales, etc., etc., big money continue investing in Russian avant-garde. The market for Russian, for socialist realism is growing. Socialist realism somehow is becoming more popular. But Russian nonconformist art and Russian contemporary art is somehow not very well known or not very well accepted by the international market. So what do you think we could do to bring interest to Russian contemporary art? Я спрашиваю о том, что, смотря на тенденции международного рынка русского искусства, мы видим, что деньги вкладывают в авангард, покупают русские авангард, это действительно большие цены, тогда есть стабильный рынок, Растет рынок по известным причинам, у нас соцреализм, то есть стали покупать динамику, не только денег, рынок на нонконформизм и на современное искусство остается как бы неизменным. И очень не так много западных людей. Что можно сделать? Что можем сделать для того, чтобы привлечь внимание, как-то популяризировать русское современное искусство? Ну, это, собственно говоря, то, чем я и занимаюсь.
Я начала же как коллекционер, и я видела, что покупают богатые люди, действительно покупают авангард. А почему? Потому что уже цены, они выступают как инвестиции, цены состоялись, а современное искусство покупать сразу неизвестно. Но вот постепенно работая, например, работа Тимура Новикова, Георгия Гудянова, в начале моей деятельности они стоили, там, я не знаю, тысячи, две, пять. Теперь Георгий Гурьянов насос был продан за 300 тысяч фунтов, и многие коллекционеры говорят, ну что же ты мне не говорила покупать? Я же говорила вам, покупайте, меня не слушали. Поэтому это постепенная работа, это интересно как раз. Мне никогда было интересно продавать какое-то антикварное искусство, то, что уже понятно. А здесь есть какой-то такой драйв даже, вот не надо делать, и надо работать над этим. Слишком мало энтузиастов. Also, Rick says that yes, of course, art collectors will buy those works that have that are already established on the art market, that have prices that can be looked up and so on. But she has always tried to convey interest of less known artists to collectors. And as a matter of fact, two of her artists that she quotes, Timur Novikov and Georgi Gurjanov, that cost very little money 20 years ago, at say 1,000, 2,000 pounds. They have now rocketed up, especially Georgi Gurjanov, and skyrocketed. And her collectors tell her now, why didn't you tell us at that time to buy them? And she says, but I did tell you and you didn't want to buy them. So this is really also a question of having being confident in what a gallerist advises collectors to buy, and this is something that needs a process, so that collectors believe that what a gallerist suggests will be worth money at one point. So, but your question was, what would you? What would you achieve? What would you do to bring attention, especially international attention? So maybe Rama Такой волшебной палочки, чтобы русское искусство немедленно все полюбили, воспалили к нему интерес, мы захотели покупать, конечно, нет. Есть. There is no magic stick to create an overall interest with everybody. For Russian art, and Yevgeny Kozlov immediately said, yes, there is such a magic stick. Волшебная палочка заключается в одной простой вещи. Необходимо, чтобы возникло или специальным образом создать вариант то ли оттепели, то ли перестройки, то ли революции. Нет, не надо. Ни в коем случае. Я не говорю, что... Перестройки уже невозможно быть, только революции мы не хотим. А называть можно по-разному, важен смысл процесса. Евгений Козлов suggests that there should be a political change in the country, and that would be the basis for a political soul, and that would be the basis for further success or interest. Ladies and gentlemen, I would like to thank you for your patience and for this highly informative statements. Спасибо вам большое за столь интересное высказывание. We still have the opportunity to talk about this together, so if you're not in a hurry and don't leave, we would invite you to stay on for a little bit. Мы вас приглашаем не сразу куда-то убежать, если хотите, можете еще с нами остаться, а мы дальше обсудим этот вопрос. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Ольга Остерберг и Кристина Ковровская. Thank you very much. И вам особенно большой успех желаю в Волгограде, потому что это, конечно, немножко... I wish you all of success in Volgograd, because it's a big city and it needs a bit more impulse. But you're doing the best. Thank you. Okay, so thank you very much. Thank you. Большое спасибо.
Большое спасибо Хаймуру Фобо. Большое спасибо. И следующим возможностям русского искусства. Мне тоже.